Капитал – торговый портал Слуцка. Тут можно быстро и просто разместить свои объявления, найти необходимые услуги и товары, узнать актуальные скидки в магазинах города. С нами находят. А сколько тут участок получается? Это все вот мы запустили, а там он не запущен. Вон до того забора, да? Ага. Вот попрямик до того забора. Это все там земля нормальная, можно садить. Там у меня картошка растет и все там. Вот это все вот это можно. Сараи тоже сюда все, да? Все, это вот эта вся территория. 15, наверное. 15 соток. Да. Дом шифер, электричество есть в доме? Крыша хорошая. Наверху надо смотреть. Крыша не... Сколько у вас коз? Две? Две. Тут асфальтированный подъезд, и что тут, гараж? И газ тут по улице ждет, да? Если идет, случае вот, чего. Вот здесь идет на этой дороге. Так он от нам, мы провели себе. А что в агрогородке Шорсы есть? Все, в принципе, школа, садик, вот, магазины, почта, да? Ну да. Полностью агрогородок. Вот тут вот идет трасса. По той стороне, да? По той стороне идет трасса. По той стороне. Сразу. Понятно. Вот гараж этот ваш. Мы тоже купили. На. Пойдемте тоже дом посмотрим. За гаражом и все тут вот. Тоже позже ходит там. И что там? Дрова. Номер 17. Просто хозяин ослеп уже, поэтому козы держать не будем. Тихо, а я что, не закрыли? Не так, закрыли. Сразу открою. Да? Умные. Любка и Валька, для вас, видите, дом купили. А сейчас продают. Здравствуйте, здравствуйте. Вот тут мой внук, мастерская. Мастерскую устроил, да? Не обращайте внимания. Чего, нормально? Любитель разобрать во что-то тут. Да, конечно, что, зато и что-то разобрать, молодец, сделать, починить. Молодец, молодец. И местным поможет, где что починить, какой там телефон или мобилу, или этот, да? Да. С этого что будешь делать? 16 лет, вот поселите, по сути. В Минске они живут. Да. Понятно, занимайся, пойдем дом смотреть. Радиотехнический пойдет. Где ж пойдет? А где баллы? Не пойдет. Мечтой останется. Баллов нету. Так, вот тут заходишь, тут значит газ вот стоит. Газ-баллон вот здесь? Баллоны, да. Оно с мебелью продается, со всем этим, что здесь есть, да? Ну и с этой, ну конечно. Да, вот тут... Вот кухня тут, можно с кухни это его, вот кухню поставила, вот, ага. Кухня приличная, вот это все мы. Печное отопление здесь в доме, и да, вот эта печка на самом. Тут печка русская, рабочая печка, мы его топим, вот сегодня думали протопить, не, это мы его сами уже сделали без хозяйки, и мы поремонтировали, комин вывели, потому что был лежак. Мы все сделали. Все рабочее. Мы проводку поменяли, новая проводка. Никто не прицепится уже. Все и натаскали тут вот этой компьютерной вместе с этими столами. Все продается, да? Да. Тут одних компьютерных столов на пару тысяч. Сколько вы просите за свой дом, за усадьбу? 4. 4 чего? Ну, долларов. Белорусы любят доллары? Любят. Кто их не любит? А кто их не любит? Ведьми любит. А кто их не любит? Такой домик. Сколько квадратов, не знаете толком? Тут меньше, мой 60 тут, а может. Фактически он такой же самый, как и у нас. Просто мы из кладовки сделали кухню. Там, в моем доме соседней. Мы кухню сделали. А фактически он тоже со 60 где-то. Ну 4 это с торгом тебе. Ну, то все, что пьем. А сколько до райцентра отсюда? 23 это до Карелича? А лучше до Карелича 11. До Карелича 11, до Новогрудка 23. Мы любим Карелича очень. Ну, тут все как бы маршрутки, тут... все приезжают, да? Ой, без вопросов. Связь тут, конечно, есть. И на Гродно можно уехать. И к Минску. Только пятница, суббота и воскресенье. И на Лиду. И магазины, школы, садики, почты, работа, колхоз, все есть. Ну что, пойдем сюда. Хорошо, нормальный домик. Новогрудок, видите? Дверька Новогрудок, была. Новогрудок, да, точно. Такой домик за 4. С печным отоплением.
Еще печка, ну то печку. Работает. Либо реставрация, да, подмазать, ну, вот покрасить. Я хочу, мы ее боровики сушим, поэтому не выкидываем. Грибы. Да, тут кладовочка. Пора. Ломаного не дождемся, холодно. Такой участок, пойдем туда посмотрим. Давайте, идите посмотрите на мой участок. Только участок тут не будет. Хотя тут вот через забор. Через забор же можно. Ну тут уже вот сарай есть, где скотину держать. Ну тут скотину есть, где держать. Да, вот тут мои козы. Ради их, да, ради их. Купили дом. Да, 5 годов назад. Вот, вот, вот этот участок до столба, пожалуйста. Видите, вон столб, да? Вон тот столб. Вы приняли вот это самое, ну, забор перенесли пока туда. Ага. Вот, а потом, значит, вот где столб, это половина. Вот это земля спарактованная, можно садить. Вот всё это нормально. Все растет. Вот. А тут вот только наполам поделено. А тут уже... Ну, растешь, что и картошка уже вот цветет. Картошка, вон. Вот, помидоры у меня вон уже висят, видите? Ну. А? С помидорами будет? Да. Огурчик у нас садили? Клубника. Ну да, в теплице и так. Все свое. Ну, все свое. Не, земля тут хорошая, вопросов нет. Это курятнички, так понимаю, да? Да. Курочки сюда будут с свежим яичком. Ну, курятники строить не мы надо. Мы сами построили, тут его не было. А потом хоть его сволочи отсюда. Кто? Тхары. Тхары? Отсюда, да. Поэтому мы вот этот курятник решили здесь построить. Это уже мы сами. Погреб, посмотрите, какой хороший погреб, сухой. Да, у них же сделано во все. Добро. Напоминаем, домик находится в агрогородок Шорсе, да. Новогрудский район, да. Гродненской области, ну, Беларусь. Мы хранили картошку тут вот, вот полки, ну картошка еще. Хранится. О, боже, надо ее пора. Ну, еще картошка вон есть у вас засыпали, да? Mm. И тут он еще. О! Ну, сохранилось, да? Ну, достаточно. О, видите, о, какая растет. Этого... О, качан капусты отдайте этим. О, но я бы его и забыла. Козочкам хай резусти, куркам выкиньте, хай клюют. Видишь, что парадка нема, ну? Опа! Люся, дай выйти. Ну так, вы видите, ступеньки хорошие. Все, да. Мне этот погреб лучше нравится, чем мой. Тут ступеньки очень классные у меня. То есть высокий потолок. Заходить все. Хорошо, удобно. Да, вообще очень хороший, добротный погреб. Что вы, за село не считает, продают его за... Кто работать не хочет. Ничего, захочусь. Место, вот именно, что вода. У меня вода течет, да? Ага. А, кстати, а вода здесь охраняем. На участке? Воду, если вот захотеть, так уже, да? Ага. Потому что вот вода у нас вот здесь, около забора, где-то зеленая сетка. Ага. Тут от нас подведена, и козы поили когда-то. А теперь что-то там, не знаю. То есть, с одной стороны, вы будете соседкой вот здесь, правильно? Ну да, да, получается. Так что, видите, да. Дом продается, уже сразу с соседкой познакомились. Вот. Ну что могу сказать? Спасибо этому дому, поедем к другому. Так что если кто заинтересован, то есть в покупке этого дома, звоните, пишите, контакты есть. Центр и подводки. Центр, все подводки есть. Газ подвести можно, воду подвести можно. Отреставрировать. Вон, сестра продает на горе. Она продает за 1000. Ну там же, конечно. На горе, это деревня гора? Нет, это тоже Шорсе, мы так называем. Что, за 1000 продает? Ну, 1200 где-то так получается у нее. Там на белорусские привели. Ну, там нашелся уже человек. Понятно. Вот. Все, тогда всего хорошего, спасибо. Вот такой вот домик. Владик, иди, мы пошли. Рекламная пауза. До свидания, всем хорошего просмотра, пишем комментарии. Тут